Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Skip888, и мы продолжаем играть в Beyond by Flame. И пойдемте расправляться со всеми теми, кто насолил нам в прошлой серии, а таких было немало. И в этот раз я взял с собой помощники, как тебе там, Мэдрис, скелет, некромант какой-то таинственный, бессмертный, якобы парень. И надеюсь, он мне поможет. И должен помочь весьма неплохо, как мне кажется, но время покажет. Так, давайте побежим к первой же пачке. Первая пачка мобов вот здесь была. Весьма проблемных. Так, болты есть, это есть. В идеале еще, быть может, мини-ловушек. Одну могу, да? Ног. Зелье здоровья. Сделать. Да. Полетели. Сохраняемся. Так. Нас заметили? По-моему, да. Так, минус. Так, забежали в спину. Зачем, не очень понятно. Пипец. А, зараза. Ну иди сюда. Так, они что тут? О, попался. Так, еще один отпрыгал свое. Так, два милишника. С ними будет, по идее, попроще. А, отлично. Так. Опа. Так, урод. Да, блин, поймал плюху. Фу, неужто победил. Так, давайте осветим. Так-то я притушил, да? Тогда осветим. Так. Где еще тут был погибший парень? Вот здесь. Хорошо, одну точку зачистили. Погнали к другой. Так, тут их много? Тут их много, блин. Лады. Давай, некромант, нас ждет еще много работы. На сегодня-то. Прям так неплохо, придется потрудиться. Так, сможем ли подкрасться? Так, стопэ. Когда я подсвечиваюсь, я заметнее для врагов. Режим «Крастись». Ну
Да, блин. Гениальный супер заход. Лады. Делаем по-другому. Так, я хоть сохранился. Факт, наверное, не сохранился. Сохранился. Аллилуйя. Побежали тогда. Так, тогда по-другому организуем нашу атаку. Так. Так, побежали. Так, так, так. И вот так. Кто тут еще по мне шмаляет? Так. Подходим. Так, что, убил? Нет, еще жив. Пока. Зелье здоровья. И зелье маны. Так, толстопузово. Чпохнем. Так, нафиг. Да, блин. Поймал плюху. Это плохо. Так, ты очухивайся или как? Разлегся здесь. Да ладно. Вроде ходи в себя, парень, ты уже замучил. Так, может все-таки толстопузы перо? Того глушим. Так, хорошо. Отходим. Получи огненного. Счастье. Так, ты мимо, да? Ладно, пока. Задрал этот ядом плеваться. Окей. Да ладно, победил. Это хорошо. Так, ты что делаешь вообще? Ты по ядам? О-о-о. Так, нет. Только не гибнуть. Ты ядовитое чудовище. Блин, а? Фу. Так и выжил. Отлично. Уже светать аж начало, пока я тут боролся с ними. Окей. Тут тоже окей. А это что у нас? Берем. Так, это растения, которые нужны. Отлично. Так. Куда нам еще нужно? Окей, сюда, да? Сохраняемся. Смотрим, что можем сделать. Так, новое оружие. Защитник. Скорость атаки пободрее. Давайте его экипируем. Попробуем улучшить. Как-нибудь. Нет. Что это дает? Критический урон, вероятность.
Максимальное здоровье. Физурон плюс 3. Давайте так и сделаем. Модифицируем. А сюда добавим вероятность поджигания урона огнем. Не знаю даже. Плюс 15%. Физурон можем. Поджигание давайте попробуем затестировать, что это такое. Даст ли это какой-то профит нам. 20. Это было бы интересно. Это будет интересно. Сохраняемся. Смотрим дальше. Тут у нас ничего интересного. Крафт. Зелье здоровья. Можем сделать аж 2 штуки, что пипец как актуально. Зелье не можем. Так, ну ладно, это не так важно. Можем арбалетных болтов наделать, чтобы 10. И это клево. И вот теперь еще раз сохраняемся и бежим. Так. Тут у нас кто? Что, даже без врагов? Да ладно. Бросьте. Конечно, без врагов в основном. Так. Так, пипец, у тебя куча атак, гад. Оп, оп. Так. Давайте поможем нашему мальцу-удальцу. Уху, кунь-фу. Так, пофиг вообще. Так, зажигай уже оружие свое. Все, супер. Это было несложно. Этот меч, конечно, поуматнее. Он тупо скорость тут решает. Крит удар, по-моему, так себе. Ну, во всяком случае, пока что. Собираем еще траву. Сохраняемся. Помчались. Помчались дальше. Что это нам даст? Так, где-то здесь еще трава. И где-то здесь еще враги. Там стопудовские луки где-нибудь. Так, минус сразу. Так. Мы сейчас вас заколдуем своими колдунствами просто. Отлично. Получи, пухлик. Получи еще раз. Так. Да блин. Гад, а? Гад, а? Все-таки смог мне поднавредить. Так, кого я стрельнул? Под же враг. Которому вообще пофиг на мои выстрелы. Ну-ка, давайте попробуем. Бэм. Прикольный навык. Тейк, блок. Давайте еще. Оу, воу, воу, воу. Так, получил плюху. И пока.
все супер. Что нам еще нужно? Подбираем. Сохраняемся. Полетели дальше. Так, травишку эту подсобрали. И где еще у нас трава? Еще совсем рядом. Где-то здесь. Что, тут никого нет, что ли? Что-то обленились охранять? Ну ладно, я не гордый. Я и так заберу. Сколько это я? Все собрал, да? Ну клево тогда. Валим отсюда. Раз все собрал зелье. Ой, зелье растения для зелья. То да. Так, стоп. Звук. Звук поживы. Где тут наживка? Наживка-поживка. Где-то здесь что-то, блин, ценное. А, пофиг. Не будем на этом заморачиваться. Чересчур особенно. Поэтому бежим пока просто так. Воу. Вы тут опять заспаунились. Но это не так, чтоб уж весело. Так, уходим нафиг. Что-то не хочу я с ними еще раз тусоваться. Тык. Капец, какими-то дебрями пошел. Что, где враги? А, да где-то были враги определенно. Так, это, блин, это свой. Я уж напугался этого скелета, который супер-пупер там бессмертный. Все такое. Давайте залезем. Надо сдать задание. Aren't you afraid it'll communicate with its masters? Sir? It's a calculated risk. Your friend Edwin told me that she can interrogate those creatures, so we captured one. You really can do some pretty weird things. Listen, Vulcan. We're not going to turn down any information. If we can find out how to haul our asses out of the fire, I don't see how it can hurt. Ready to make it talk? If a fire breather doesn't need me right away, I can start getting ready. Ну, давай, допроси. Let's start the interrogation. Listen, maggot head. You're going to tell us everything you know. That's not quite how it works, Captain. It can't just answer questions like that. Tell me what you want to know, and I'll dig around in its memory to find the answers. In that case, why not dig everything out, so we don't miss anything? Even for someone as skilled as me, that could take weeks. Its brain, however, limited. All right. I want to know if that bastard Blackfrost reaped. Let me concentrate. I see him raising the wave and turning the whole city into ice. This soldier must have been at his feet. Apparently he left right after. He appeared. А, что за могущественная нежить ты такая? What are those powerful dead you were talking about? I see a flying creature, like the one in the swamp. Так. Так, значит, теперь армией командует мучитель? So the army is being commanded by a torment. No, I don't think so. They make good spies, but nothing that looks like that one that attacked the village. No, but Blackfrost will definitely have left someone in charge. Так, какие приказы отдал, собственно, черный иней? You have to understand that this creature's ability to comprehend is limited. He asked to be sent living people. The other living people must still be alive. And of course, that he be informed in the... Does he know we entered the city? This dead thing doesn't anyway. But I think that he... Oh no! Huh? Who are you talking... Well, well. Proving the spirits of the dead. You can well imagine them. So, that's where my dear rebels are. I must break the link. Right now.
Забавно. И чё ты пришел с палкой? Это ты чё делаешь-то, парень? Эй, странный малый. Мягко скажем. Чё, поговорить хочешь? Да нет, не хочешь, так не хочешь. Так, какие у нас задания теперь на этот раз? А, освобождение. Так, непонятно. Так, рендовал. The knight would like to this. He would like to understand what his friend hoped to. Так, оно так, да-да-да-да. Так, оно помогло мне стать сильнее. Taking the enemy's strength and using it against him. I found the ingredients for your drink. The knight thinks that his friend is in for a pleasant surprise. Так, хорошо. Пошли со мной. I need you. The knight is proud to be of. Так, максимальный уровень увеличился, здоровье чего-то там. Это хорошо. Пойдемте. Что от нас хотят на этот раз? Так, что-то хотят определенно. Освобождение. А, подготовить мечников. Лады, но мы этим чуть позже займемся. Давайте подзакупимся, что ли. Тут есть кто? Так, с торговцев. Буйвол, бла-бла. Так, ведьма. Ренко. Давай посмотрим. Давай посмотрим на товары. Так, 822. Давай продать. Вот этим продаем. Продать. Кровопийцу тоже продать. Хорошо, здесь у нас вроде нечем. Окей, тогда купить. Оружие. Слеза дракона. 1000 стоит. Критический урон, вероятность минус. Способность прерывать действие. Максимальное здоровье. 75 скорость. А у меня защитник. Тоже скорость 75. Не вижу смысла. Так, двойное оружие. Виверны. Ну, тоже слабо меня апают. Так, травить может. Способность прерывать действие меньше. Так, а у меня какой хитрец? 40 урон. У этого 25, но зато травит. Не очень понятно, в чем прикол. Нужно ли мне это? Так, мини-ловушка. Руда. Давайте купим руды. Что-нибудь там 20. Кожи купим тоже. Где-то так. Все окей. И побежали, посмотрим, как мы можем подготовить этих мечников. Можем ли? А, можно напрямую сюда. Как я и шел. Так. Погнали сюда. Сохраняемся. Посмотрим, что этот может, типа, к рыцарю делать. Может быть, он пополезнее некроманта окажется. Некромант прикольный, но он что-то очень быстро склеивается, потом тупо лежит, отдыхает. Так. Минус. А, не, не минус. Лучник, опа. Так, оху. Просто в кашу. Эти ребята ни о чем.
просто ни о чем. Более серьезные противники, конечно, сейчас, я думаю, появятся. Они себя долго ждать не заставят. Тейк. Смотрим, что ждет нас в верхнем Каралдесе. Ага. Ну, грузись. Ага. Так. Как нам пройти сюда, потом влево? Ок. Так, бочечка. Сохраняемся. Тут что у нас? Толстопузыч. Так, где-то тут еще ящичек стопудово припрятанный. Ага. Кожа, порченная кожа. Все понятно. Так, парни. Готовимся к вечеринке. И полетели. На вечеруху. Так. Толстопуз. Так. Давайте толстого завалим. Так, кричит ядом, пуляется. Гада. Пока. Отбегаем. Так, это просто мясо. Да что он может? Убиваем. Вот лучник, гад. Стоит там, верещит. Давайте его в кашу. Добивай. Все, супер. Блин, вот эту очередь лучников надо не ловить. Да вечно ловлю ее. Тупо в блоке постоять немножко. И все ведь. Ну нет, я ловлю эту очередь. Что бессмысленно, конечно. Так. Сохраняем. И что-то нас тут ждет, по идее, да? Или наверху? Как сюда попасть? God! Vulcan! Is that you? Help us get out of here! Так, а вот и парни. Head to the southeast. You'll find an entry in the support pillar. Take that passage, and then look for an open. Got it. There's another camp of prisoners over there in the west. Do you want us to give you a hand? No. Get out of here. See you back at the camp. Gonna need it. Так, отлично. Мы их освободили. Так, новый уровень. О, элитный имперский клинок. Давайте глянем. Элитный имперский. Ну, может быть хорошим. Может и не может. Посмотрим, время покажет, что у нас еще кираса. О, кираса поуматней. Точно поуматней. Экипируем. Мы еще улучшить, по идее, можем. Так, сопротивление прерыванию сделать. Наплечник дракона. А восстановление маны. О, боевой маг. Физическому урону плюс 10%. К сожалению, не могу. Восстановили здоровье, ускоряют. Давайте. Да. Сопротивление прерыванию сделаем. Короче, это, думаю, оптимально. Да? Здесь мы делаем максимальное здоровье.
сопротивление огню, яду, физическому урону. Давайте физическому урону модифицируем, да. А сюда мы ставим максимальное здоровье. Урон от ловушек. Поджигание. Кстати, поджигание это оптимально. У нас поджигание есть на оружие. Да. Все клево. Так, и это распределить осталось. Так, у нас тут что? Способность прервать действия. Давайте вот это выучим. Ок. Потом способность прервать действия. Ок. И при критическом уроне я уже все не могу. Лады. Здесь у нас 2 очка. Я что-то путь не могу. Нет, у нас все за 3. Хорошо. Ну теперь я как-то поэпичнее выгляжу. Явно поэпичнее. Хорошо, тогда на этом на сегодня остановимся. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.